Это Audi A6. Здесь 3 литра компрессор. И здесь мы устанавливаем вакуумные заслонки для того, чтобы был звук, на звук, который можно было регулировать. Также ставим насадки Акропович. Карбоновые насадки здесь вписываются идеально в диффузор. Вылет делаем именно такой, который хочет владелец. Оцените его, кстати, и напишите, как вам. Наденьте наушники, тогда вы лучше поймете, насколько бархатистый и приятный здесь звук выхлопа на этом 3-литровом компрессоре получился. И, конечно же, для того, чтобы он сильно не мешал на дальние расстояния, мы сделали его управляемым. Смотрим, слушаем, наслаждаемся. Ультравыхлоп. Подписывайтесь. Классно. Спасибо, друзья.